Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 54, упражнение номер 6. В этом упражнении мы должны найти значение данных числовых выражений в одно действие. 90 минус 36. 90 вычитаем 30 равно 60, 60 вычитаем 6 равно 54. 56 плюс 28. 50 плюс 20 равно 70, 6 плюс 8 равно 14, 70 плюс 14 равно 84. 83 плюс 15. 80 плюс 10 равно 90, 3 плюс 5 равно 8, 98. 49 минус 18. 40 минус 10 равно 30, 9 минус 8 равно 1, 31. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.